Всем привет, пока малыши тихонько себя ведут, и мама не прилезла, решил их заснять. Вот такие у меня уже красивые красавцы. Вот. Такие у меня черно-огненные, красивые, прикольные, смышленые, уже купаются вдвоем в душе, залазят в поилку и едят. Вдвоем, втроем тоже в кормушке залазит. Вот и пришла мама. На этом у нас съемка закончена, да, сказала? Все, сонный час? Или как? Что тебе не нравится, а? Ну, что тебе не нравится, Золушка? А? Интересно, да? Чтоб погрызть, да? Кстати, как ни странно, вот веточки грызут хорошо, а вот древесину в клетке не очень. Слава богу, потому что другие у меня там грызут еще как. Ну, может, просто порода, сосна не сильно нравится. Ну, так чуть подгрызают, но не сказать, чтоб сильно. Вот у меня есть там другие особи других пород. Такие мясные, которые они декоративные. Получаются немножко любители погрызть свои клетки. Ну, это тоже немножко, я смотрю, он погрызла там кусочки, но не так сильно. А что ты выглядываешь? М? Относительно эта порода еще меньше грызет. А что ты чихаешь? Что такое? А что случилось? Что случилось? Что с тобой? Утихать умеем. Это у нас папаша малышей, которых я только что показывал. Огонек. Ты чё? А чё у тебя? Откуда у тебя насморк? Что-то у тебя не то. Или ты водички попила, я не увидел. Что-то ты как мокрый там. Наверное, воды носом хапанул. В общем, ладно. Вот такие у нас малыши. Бутусы. Откормленные. Пузатые. Здоровые. Вот они только недавно начали видеть. И уже такие уже все крупненькие. Крупные, как хомяки. Щеки заплетают. Едят, в общем, 2 месяца мы их будем вакцинировать, и можно детишкам отдавать. Так что ждем покупателей. Вот такое чудо, если хотите своему ребенку. Оно будет бегать, можно клеточку, они живут и в квартире, и в доме их можно держать. Они чистоплотные. Вот, можно, если приучить, то и платочку, ничем не хуже они, чем ваш котик будет. Ну и при том, что такие красивые. Вот. До новых встреч!